Свойства шоколада. Кстати, смертелен для некоторых животных. Краткая история. Предки индейцев майя и ацтеков еще в доколумбовскую эпоху смешивали давленные какао-бобы с водой и горьким перцем. Напиток назывался чоколатль, что значит горькая вода. Конечно, с горьким перцем-то. Потребляли его холодным. Наиболее оригинальный миф о шоколаде тех времен. Если женщина будет пить этот черный напиток, она может родить черного ребенка. Полезное свойство шоколада. Содержит большое количество антиоксидантов и увеличивает продолжительность жизни. Содержит полезные микроэлементы: магний, кальций, железо, фтор, фосфор и так далее. Снижает уровень холестерина. Черный шоколад способствует сжиганию жира. Употребляя 45 грамм шоколада в сутки, вы спасете себя от инфаркта. Благотворно действует на кожу. Содержит афродизиаки. Кто не знает, что это такое, посмотрите вот здесь. Еще Казанова обнаружил, что жидкий горячий шоколад является сильным сексуальным стимулятором. А король ацтеков Монтесума всегда пил шоколад перед посещением гарема. Берите пример с достойных. Повышает настроение, избавляет от депрессии, стресса, блокирует возникновение нервных расстройств. Содержит гормон теобрамин, который принимает непосредственное участие в выработке гормонов счастья. Нормализует кровяное давление. Вредные свойства шоколада. Он очень питательный. 27 грамм жира и 54 грамма сахара на 100 грамм темного шоколада. Поэтому от него толстеют. Увеличивает риск сахарного диабета из-за большого количества сахара. Из-за повышенного содержания оксалатов шоколад не советуют употреблять при проблемах с почками. Подпишитесь на канал Beautifully, и вы не пропустите очередное видео из серии «Самое оригинальное и красивое».